Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер, и я хочу с вами поделиться рецептом сливочно-сметанового крема, который я часто использую в своих пирожных. Он невероятно вкусный, невероятно нежный и очень простой в приготовлении. Этот крем отлично держит свою форму, из него можно сформировать отличные цветочки и узоры. Этот крем, он низкокалорийный, в нем нету каких-то тяжелых сыров, здесь сметана и сливки. По вкусу и аромату он просто шикарный. Для приготовления сливочно-сметанного крема надо понадобиться сливки, сметана, сахарная пудра, ванильный экстракт, либо ликер. Сливки мы добавляем сметану. Я обычно использую сметану 20%, потому что если использовать ниже, то сливки могут просто не сбиться у вас. 20-25% это нормальная жирность сливок. Сахарная пудра и ликер. Ну вот, все ингредиенты мы смешали. Теперь начинаем взбивать все на низких оборотах миксера. Обязательно на низких, потому что если на высоких будем взбивать, просто можем случайно перебить крем, что не очень хорошо. Готовность крема можно определить по мягким пикам на ваших лопастях венчика, либо по тому, какая структура крема вам нужна. Вот такой красивый глянцевый крем у нас в итоге получился. Он невероятно ароматный, невероятно вкусный. Посмотрите, какие красивые можно делать цветочки и всякие различные узорчики. На пирожные и на торты.